Ну что, начнем распаковывать посылочку от Анюты, моей Галины. Честно, Анюта меня предупреждала, что запаковала очень тщательно. Ну, такое количество газет, честно скажу, это прям супер. Почему? Потому что у меня ремонт, и я задолбалась покупать эти газеты, которые мне нужны класть на пол. Анюта мне положила, как знала, что мне нужны газетки. О-о-о. Что-то там завернуто. А, понятно. Это все для того, чтобы ничего не побилось. Вот. Газет куча. Буду я потом вот эту вот газетки использовать в ремонте. Упаковано на славу. Прям супер. Ребят, чтобы вы понимали, я не подниму. Сейчас я попробую поднять. Ох ты боже! И это все вкусняшки. Да. Ну что ж, это будет долго. Доча, дай, пожалуйста, ножницы. К этому я была не готова. Что? Ножнички подай вот, пожалуйста. Ага, спасибо. Я только сейчас думала, что мне делать почти не давала. А мне спина. Понятно. Ну что, девочки, пишите анекдоты, и буду я пока это распаковывать. Вот она моя красота. Может, песни споем? Что вам спеть? Ну-ка, давайте, заказывайте. Будем песни петь. Вон, с кошкой на пару. Там-тарам-там. Что-то тут уже вылупилось. Любопытно, интересно. Что же тут замотано? Причем так на славу, хорошенечко прям. Что-то желтенькое. А, Нюта, тут как тут. Распаковываю, привет, твои сюрпризы. Это, кстати, за газету отдельное спасибо, потому что у меня в ремонте это прям вот такая вещь. Я покупать уже газету замучилась. О, как раз. Где мои ножницы? Так. До чего-то добралась. Это что-то желтое, это, наверное, солнечное, которое я так мечтала. Глядя на девочек, кто грыз солнечное, упаковка топ. Давай. Упаковка топ. Меня нормально слышно? Так, здесь две глинки у меня. Тюн-тюн. Знаете, что мне неудобно? Стоит коробка. Ох. На почте женщина такая несет, такая, ух ты, и санки, говорит, взяли тяжеленько. Целый квест, да, я уже приготовилась, Аня. Давно эфир, да нет, только вот вошла, только первый достала эти самые глинки, вот эти две, которые я только что размотала. Туркестан будет, а я ж, по-моему, белый заказывала только из Туркестана. Так, а ты кто? Ты кто? А ты кто? А ты кто? Так,
тут Токтагульская. А ты кто? Что-то не подписано, что ли? Ну-ка. Смотрим-ка внимательно. О, нету бумажечки. Это солнечная, наверное. Ань, скажи, что это солнечная, пожалуйста. Она очень желтая, очень маркая. Когда будет хруст с этими глинами. Я сейчас хочу попробовать. Понемножку каждую откусить. Блин, ну думаю, что это солнечная. Должна. Не подписано. Нигде нету бумажечки. Ни тут, ни тут. Не здесь. Какая же она вкусная. Я не знаю, как это описать. Чуть-чуть кислит, как будто в конце. Или курабия. А вот я не знаю. Будем разбираться по ходу. Так, Токтагульская. Уже давно распаковываешь? Нет, первую глинку только попробовала. Токтагульская, вот. На вид она похожа на уральскую почему-то. Солененькая. Слегка. Прикольно так тает. Хрусть и растает. Оля, какие волосы густые у тебя. Две такой толщины. У меня в одной. Да, волосы у меня очень густые. Слюней полный рот. У меня, да, тоже. Сейчас чувствую более соленое такое. Выходи тоже потом в эфир, я свободна. Мне вкус такой интересный. Мне вот все, вот уже 3 года я грызу, да, всю эту вкусняшку нашу. И мне с каждым разом все сложнее и сложнее описывать. Почему? Потому что привыкаешь ко вкусам. И, например, ты грызешь что-то и там, о, вкус уральской. То есть ты не можешь сказать, что это вкус трав там каких-то или чего-то. Различаешь какие-то тонкости во вкусе. Она горчит немного. Не чувствую, что горчит. Может быть, я даже не замечаю горчинки, потому что я только вот наелась острого салата. Ань, вот знаешь как, например, берешь ты шоколад, берешь горький шоколад, молочный шоколад, там, со всякими там коньяками шоколад, всего там. Но ты понимаешь, что это шоколад? Как ты можешь сказать? Опиши вкус шоколада. Вкус мела, опиши вкус мела. Да, конечно, это все ассоциации у нас там. Дорожная пыль, дождик. Но все равно это все какой-то единый вкус присутствует. Вот если мел, так мел. Ну, глины, конечно, тут посложнее. В общем, я думаю, вы поняли, о чем я. Эфир с хрустом. Это пробую я. Ну, как бы частично, чуть-чуть. Немножко хрустим, пробуем новые глины. Так. Пошли дальше. Так,
у нас очередная похрустывание. Да, похрустывание немножко. Вообще думала, дождется, когда сцену снёт. Я лежала, смотрела «Пацанки», 6-й сезон. И думаю, нет, если я буду ждать, пока сын уснёт, то я усну сама. Я уже такая, уже встала такая, смотрю, я уже такая припухла. Как перед сном такая. Нет, думаю, я хочу распаковать. Ой. Это у нас Туркестан белый. Вот такая красивая глыба. Я не взяла лампу, не включила, но я думаю, что и так видно, как он красавец. Знаете, он такой вот рыбка, мне прям хочется его сломать. Сломается, нет? Нет. Так, ну что, чуть-чуть я хрустану туркестанчиком. Туркестан просто бесподобен. Это глина, в которую я влюбилась. Угу. Вкусно очень, наверное, навсегда, потому что все глинки беру, даже я начинаю распаковывать у себя. Достаю свой контейнер, начинаю откусывать. А то откусила, то откусила, то откусила. Полный рот сижу, жую. Но пакетик с Туркестаном достаю я, и его раз в рот. И все, и я понимаю, что в очередной раз, что я его обожаю. Послевкусие. Яркий такой вкус в этот раз Туркестана. Прям. Очень. Да, пылюха еще та. Так. Здесь у нас что у нас здесь? Чук-чук-чук-чук. Так, бумажка. Я мне даже показала, что он сладит. Не почувствовала. Верба. Вау, верба. Верба. Ни разу не пробовала вербу. Это получается жеворская глинка, верба. Или все-таки какая-то другая. Она так залипает жестко. Сухой залип такой. Я почувствовала какой-то такой вкус необычный в самом начале. А потом он так растаял быстро и в какой-то другой превратился. Я даже его не уловила. Нотки. Угу. Пока водички не попьешь, не говори. Нога затекла. Так. Следующий. Да.
что-то достала. Аж устала вся. Коробка, коробка. Неудобно. Нет, коробки. Ой, сейчас я ее уберу, мне не надо. О. Фух. Сохраните эфир на Ютубе, сохраню. Так. Ой, вот верну опять ногу. И пусть затекает, да? Так просто удобно. Так. Сколько ты потратила, Анют, на упаковку вот этой вот пленки? На... С душенькой запаковала. Так, что это у нас? Чуйская, я попробую чуйскую, ура! Чтобы не побились. От такого количества газет, мне кажется, там бы ничего не побилось. Ну, хорошо. Чуйская, как же я давно хотела ее попробовать. Да, Анют, я знаю понаслышана, что она схожа с белым. Да я бы не сказала. Блин, она вкусная. А это точно чуйская? Она похожа на орские глинки. Тем, как она лопается, наверное. Если не смотреть на цвет, как когда я жую, я думаю, что я жую, ну, что-то типа яшмы, наверное, она вот так интересно лопается. Нет, недавно эфир уловила такие древесные нотки. Они очень красивые полосы. Блин, не видно. Сохраню. Слегка горчит и вкус древесины, смолы какой-то, по-моему. Я вот прям это чуйская плитка. У меня есть такой комок во рту и немножко горечь почему-то. Ну, безусловно, она вкусная. Обволакивает весь рот. Блин, не могу, нога затекает, все. Так неудобно. Жалко, не взяла с собой мело под залипание снимать. Что у меня вот там очень мало запасов. Ребят, я поняла, что в какую дыру я вообще приехала. А я люблю, конечно, свою дыру, но дико дорогая доставка сюда. Это вообще капец. Хабаровск подешевле. Дальше, да? Ну, дальше. Целый квест, как Аня сказала. Так, здесь тоже две глинки. Это у нас через пакет, не пойму. Мне нравятся пацанки, да. Я смотрела их, допустим, по телевизору, потом, когда вышло все 5 сезонов, я пересматривала от начала и все сезоны до конца. Ну, то есть, сейчас вот 6-й я не смотрела по телевизору, я ждала, когда набегут серии, чтобы посмотреть там несколько сразу, да, конечно.
И обычно я, допустим, у меня ПМСное состояние, я включаю, все, рыдаю, сижу. Конечно, очень-очень жестокие, печальные судьбы у девочек. Мне кажется, с каждым сезоном все неинтереснее и неинтереснее. Да, уже нечем удивить почти, ну блин, как-то... Этот сезон вот шестой какой-то как бы менее насыщенный, что ли. Да, мир жесток. Это точно. Так, а что это у нас? Семечка, семечка. Киргизская семечка. Угу. Мне кажется, очень наигранные и много пропаганды. Да, и не без этого. Восковая такая. Блестит. Угу. Третий сезон вообще, да. Там же это. Гора победила, да? Ань, что, серьезно? Куда бы дела? А что, семечки скажу? Не пойму. Терпкая. Да, горох ванна, ага. Да, Аня вообще. Это вообще просто. Когда я ее историю вот эту всю слушала, я... У меня такие мурашки просто бежали. Это такая сильная девочка вообще. Только дураха поцеловала на сцене с мужиком. Может, лесбиянок показывает. Только можно, видимо. Да капец, дебилы, блин. Море сначала продавала, а потом выкинула. Самая первая? Подожди, Юля? Юля же ее, по-моему, самая первая, которая победительница, которая там спортсменка еще такая. Она ее выкинула? Ну вот, в первом сезоне Юля, блин, Юлия, по-моему, ее как-то... Как-то ее... Ковалева. Угу, да, Ковалева. Возможно, и хейт. Ну, она серьезная девочка. Не знаю, это странно, конечно. Так, это у нас Глинка. Красное сердце, красное сердце, красное сердце. Ребят, я попробую красное сердце. Угу. Смешные фразочки у нее. Какая она красивая, она такая приятная на ощупь, она как воск. Очень красивая. Прям прелесть. Эфир идет. Ого. Уже 30 минут. Она вкусная. Я не могу, это так сложно описывать глины. Конечно, дурость, привлечение внимания. Возможно, да.
Но у некоторых реальные проблемы. И пацанки, школа Лети помогает. Действительно. Вкуса земли я не чувствую. Как же описать-то, а? Кирпичный, наверное, чувствую чуть-чуть. Реальные ли их истории? Конечно, реальные. Просто они могут быть на именно на шоу как-то вот поданы еще более масштабно, ну как бы круче, там больше, гуще. Короче, ребят, не могу я писать. Она вкусная. Но это сложно. В первом даже сомнений не вызывали их истории, а последние сезоны это просто реалити-шоу. Но ведь сколько приносит денег это реалити-шоу. И, конечно, они пытаются как-то всячески туда-сюда. Блин, мне кажется, любой бы на месте разработчиков там этого всего... То же самое было бы у нас. Близняшки недалеко от нас, говорят, много пиара. И пиар туда же, да. Ну, а вспомните, как в том сезоне это Петруха всех мочила первый день. Вот мне тоже задумывалось. Вот они такие в первый день. Вот это вот мне прям не понравилось, что каждый сезон одно и то же. Их первый день показывают. Им, наверное, говорят, делайте все вот хуже, чем вы есть, так скажем. И заметили, они рвутся, их там никто не разнимает толком. И вот это вот все мне в этот раз я смотрю, мне так стало как-то... Опять, ну вы как-то, я не знаю, может другой какой-то... Первую серию сделайте, другой какой-то знакомство друг с другом. Я не думаю, что они все такие там бешеные, что сразу же, как она, этот арбуз ей в лицо. То есть, я такая, в смысле? Ну, то есть, мне кажется, это на самом деле этого не было. Мне кажется, им говорили там, играйте вот прям, покажите свою жесть. И все. Так, это у нас Бордо. Бордо. Слушай, красное сердце больше на бордовый цвет похоже, чем... А это больше красное, чем бордовое. Ну, подойти, я губки накрашу. Ольга, специально, к сожалению, людям это интересно, шок-контент. Мне всегда интересно пару первых серий посмотреть, познакомиться с ними и последние. Кто выиграет? Все. А, ну еще я люблю, когда их преображают. Сыпется моя помада. Как вкусно! Угу, хлеба и зрелищ. Это вау! Сохраню. Она хрустит такими пластиночками мягкими. Потом тает постепенно. Но не в ком. Такое, знаете, ощущение, что погрызла какой-то жирный мел. Сливочный мел. Она не залипает. Она тает, и все, она
Тает, тает, тает. Прикольно. Так. Бордо однозначно мне понравилось. Она пачкает, конечно. Я не взяла с собой вообще ни полотенца, ничего. Короче, я буду такая. Чумазая. Кошка. Кошка залезла в коробку. Пустую. Это у нас загадка. Загадка. Разгадай меня. Не люблю глины твердые. У меня и так зубы надо лечить. Нет, к сожалению, моя Ниночка не нашлась. Она так и не вернулась. Загадка интересная. На вкус. Но она твердая. Я ей потом устрою парилку. Эфир сохраню. Мне кажется, ее собаки разорвали. Скорее всего, потому что у нас тут на районе много собак. Я как-то видела в окно, как 6 собак вот так вот на дерево загнали кота и ждали его снизу. Ну, это дворовой кот, он, наверное, как-то привык от них убегать. У меня как-то мысль все-таки такая, что, скорее всего, она не убежала. Может, она спрыгнула с крыши за голубем или там... И собаки... Просто, если ее забрали, навряд ли бы она прижилась у кого-то. Она ей уже 10 лет почти, и она достаточно такая с характером кошка. Она не пойдет кому попало. Я... Знаете, меня больше успокаивает мысль, что она умерла, чем... что кто-то ее взял к себе и даже не знает, как ее зовут, называют ее непонятно каким-нибудь именем, Муся или там Чернуша или Багира как-нибудь, черных кошек, как обычно там называют. Вот это мне больше больно, потому что, ну, то есть больно осознавать, что она у кого-то там сейчас на ручках сидит, то есть больнее, чем она там ушла умирать, может, она болела, может, она сама ушла, хотя и... Вроде не замечала за ней этого. Ну, в общем, печально, но я отпустила ее. Но видео, у меня много видео с ней, пока не могу смотреть. Пока больно. А это ее Доня. Соня. Дурашка, вообще дурашка. Она... то. Нина была моя, она интересна, она всегда на контакт, она всегда общительна, она всегда ко мне, она всегда спала на мне, она всегда играла, вот так ее возьмешь, она рычит, сразу тебя кусает, там, ну это вообще, а это не мое, это дочина киса. Ну, это вот, красотка, мяукает. Кошка, лапушка. Лапушка, эта лапушка меня будет каждое утро. Вот я и не люблю ее за это, прям не люблю, потому что каждое утро она мяу. Я просыпаюсь, естественно. Время 6 утра. У меня дикий просто нервоз. Я начинаю гонять. Я могу ее просто взять тапочек по дому. Она, естественно, от меня убегает сразу. Шмырк к дочери на второй ярус. И все. Так, давайте я вот открыла фисташка у нас. Фисташка. Такого красивого голубовато-зеленого, ну, фисташкового цвета. Скажите мне, как звук?
твердая. Вкус сырости у фисташки. Ну, плюс еще чего-то. Структура, как у розовой узбечки. Такая прям прилипает, бегает по всему рту и прилипает там-там. Не обволакивает. Так, яшма. Я люблю яшму. Пробовала не один раз. Она красивая. Очень красивая. Мягкая. Знаете, я не буду сейчас ее хрустеть. Смысла нет, потому что хруста почти не слышно. И я лучше потом сниму качественное, хорошее видео с ней. Такую красоту просто так нельзя. Это грех. Всё. Зайчик, попроси Селину, она прочитает тебя. Ну ладно, давай прочитаю. Только не мешай мне, ладно? Тихонечко. Студента местного университета, который утверждает, что у него критическая боязнь шаров и блоков. Сдали в психушку. Короче, студента сдали в психушку. А что такое студента? Ну вот не понимаешь, не играй в такие взрослые игры. Все понятно. Мам, это что? Я смотрю мультика, там песен, а им а не он сам управлялся, а игра, а Эльсейдж управлял соседом. Значит, это не настоящий сосед, и он заправил потом корабль и улетел. Там было написано. Дочке разрешают есть мел. Ну, ей 13, она захочет. Будет есть. Не захочет, не будет есть. Как я могу запретить? Ну, то есть... Ее выбор единственное, конечно, не глотай, не глотай, не глотай. А грызть... Ну, ее не тянет абсолютно, как меня в ее годы. Я в школе тырила мел. Так, вулканическая. Звучит так, знаете, зловеще. Вулканическая... Зайчик, ну что ты мне мешаешь? Мешаю. Похищение коров. А старый фермер все видел. Тебе понятно? Знаешь, старый фермер видел, что украли коров? Да, фермер. Фермера Роина сделал такую вот поставку, чтобы я до него не сошел. Сыночка. Я не понимаю в твоих игрушках почти ничего. Да давай там как-нибудь сам, ладно? О-о-о! Так, девочки, подождите. Ну тебе это надо? Компания Пага утверждает, что их игры основаны на реальных событиях. Но это тебе не интересно, Сева. Ну, давай дальше. В комнату. Брысь. Так, вулканическая. Вкусно. Так, вулканическая мне нравится, сливочная. Знаете, ну вот похож на какую-то глину. Наверное, это голубая лагуна. Все достаточно. Хватит, не мешай мне, сын. Вот он, да мне это какая разница? Детишки.
своими игрушками. Мам, смотри, мама, смотри, как он умеет делать. Нет, мама, смотри, как он стал делать этот медведь. А я как будто знала, как он раньше делал. О боже, это что за... Это радуга. Сына, уйди в комнату, пожалуйста, ты мне мешаешь. Это радуга. Хочу увидеть ее при свете дня. Сколько лет? 4 года. Это просто пиздец, как красиво. Да, крутая. Не то слово. Завтра с утра на окошечко делать фото. Она и по вкусу вау. Что я сейчас только не почувствовала? И смолу. Причем кедра. И травы какие-то. Чуть-чуть земельные, чуть-чуть слегка. И такой комок пластилиновый. Это нечто. Аня тоже в эфире была? Аня, ты в эфире? Аня, Ань, зайди на чаёк. Какой... О, кстати, тема. Вы любите имбирный чай с лимоном? Кто любит? Ну-ка. Да, да, ты в эфире, да? Или ты любишь чай, да? Вот, есть да, нет. В смысле, на вашем эфире? Ну, в смысле, на моем эфире, ну. Ну, вот я. Вон Аня пишет. Да, люблю чай. Имбирный, с лимоном. Глина голд. Я люблю. Я вообще люблю и имбирь, и лимон, в принципе. Сочетание, конечно, вау. Так, это голд. Знаете, похож на что? Ой, блин, я даже не знаю, с чем. Знаете, что на ум пришло? Была такая самоклеящая. Ну, и сейчас, наверное, есть самоклеящая. Это клеенка. Пленка. С таким... Такими разводами. Вот прям напомнила. В смысле, в чате. Мы тут все на эфире. Что-то не понял. А это хруст. Она прям рассыпается. Это не песок. Это кремний. Это так прикольно. Это не противно даже.
Слышно? Голд, ага. Оля, вы больше мел или глину любите? уже походу глину. Потому что чаще всего я все глинки. Но больше всего, конечно, я люблю глиномел. Свои. Ну, не только, конечно. Так, это у нас сандин бархат. Так, сандин или бархат? Одна глина, два названия. Она же королева глиномелов. О, я. Я. Сандин бархат. Как больше нравится, да? Сандин. Буду называть сандин. Она действительно бархатная. Очень нежная. Не хрустит даже. Ну, вкусно. Хватит гонять кошку, села. Иди сюда, я тебе что-то покажу. Видишь? Мрамор тоже очень схож на рассветки, голубая и желтая вперемешку. Угу. Я ищу. Видишь? Кого ты видишь? Тебя. Иди сюда. Поздоровайся. Там не только я. Видишь, мне пишут девочки. Скажи здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, штаны так и не переодел? Ты не видишь девочек, а девочки тебя видят. А как? Ну это называется прямой эфир. Ну, ну все, давай ты заберешь коробку и уйдешь в свою комнату, ладно? Да, поиграем с кошкой. Осторожно только. Обычно. 4 годика. Ну, видно, засмущался такой. Про потолок. Это не навесной, это... Ну, может, навесной, вот у меня там, я равняю стену, там делаю узор, потом золото туда пущу, еще софит ставлю. Вот у меня с этой стороны там еще в углу такая ерунда. Не, я не закончила ремонт. Я его делаю вот этими руками. Я ленюсь. Я тоже с такой банки пью. А удобно, кстати, вмещается много туда воды. У меня сын обычно вообще не робкого десятка. И обычно, если он слышит, что я с кем-то разговариваю по телефону, он становится невменяемым, он просто... большая молодец, спасибо. Я вам покажу потом, что было до, когда мы сюда приехали спустя 6 лет, и покажу после, что я сделала. Я лично, вообще никто не помогает. Ну, как бы я не прошу, потому что я хочу сама... Это... Хочу сама себе доказать, что я могу... Я знаю, что я могу, но этим еще не занималась. Вот. Что, я про сына, да, говорю? Что когда он видит, что я с кем-то разговариваю по телефону, он прибегает и начинает просто скакать по мне. Он у меня, честно, гиперактивный, он просто... Это... Только придется подождать еще 6 лет. Могу, рассмешили точно. Ну, ждите. Да. Нет, я уже, короче, ходила. Думаю, мне надо, чтобы с места сдвинулось это все, мне надо пойти купить уже краску. Чтобы у меня стояла краска, что не просто я там набрала этого Ротбанда там и финишные шпатлевки, вот это все, что у меня. Это я закончу. Но вот чтобы прям довести до ума, мне нужна, думаю, краска, чтобы она меня мотивировала, чтобы вот стояла.
Я поехала позавчера за краской. Заколировали мне красочку. Красивый цвет. Не скажу какой, потом лучше покажу. Вот. И сейчас у меня вот мотивация. Завтра начну. Вчера точно так же говорила. Блин. Ладно, завтра начну. Вернее, продолжу. Так, эта глинка у нас с какими-то черными пятнышками. Как уголь, знаете? Это у нас радужная. Что-то у меня совсем не радужная. Это уголечек, как будто. Прикольно, знаете, мне интересно наблюдать иногда, вот что попадется в глине, да, там. Или в нейлон. Она такая восковая. У меня уже во рту столько перемешалось вкусов, жуть. Это уголь. Я жду, похож на уголек. Привкус радужный такой. Интересный. Опять же, раз, схватился и убежал. Вот промелькает, и все. Не поймаешь. А это у нас красная соль. А я хотела ее попробовать. Опять же, красота, красота, красота. Вот они, кстати, похожи. Только хотела сказать, она похожа на гульбатон. Интересно. Киска. Убирай. Ну, ё-моё. Кто там что на включал? Это я, что ли? Не поняла. Куда я делала? Мышь. Этот ноутбук что-то сам себе включает что-то. Непонятно. Не грызи все. Все. Оставь для видео. Да я только пробую. Только пробую. Солинку чувствую вот у красной соли. Но это интересная такая соль. Это странная соль. То есть я привыкла к соленым глинам. Это узбечки. И это... О, господи, девочки. О, да-да. И это... Узбечка голубая, да? Какая у нас еще соленая? Уйгурские. Они вот чем-то похожи по вкусу. И я привыкла к этому вкусу, да? А здесь вкус совсем иной. То есть совсем другой. И плюс соль. И это странно. Не такая соль, о. Севочка, я разговариваю с девочками. Вот я о чем говорю. Он становится у меня невменяемым, и мне потом очень сложно продолжать с кем-то разговор или вообще. Вообще. А, чья это рука? Так, девочка, ты же знаешь, что я грызу глинки. И мел. Ты знаешь? Не, надо вот с девочкой. Да, кто-то что-то пишет. Всех разные солинки. Да, да, да. Это у нас Южный берег один. Да ладно, это тот, который в пасту, да? О, смотри, кучу тебе всего дам. О, смотри, сколько их. Разрешаю раскидать по всей комнате. На что только не пойдет мама, чтобы спокойно провести эфир.
Не грызи только, нет, я не буду, а я знаю же, что она твердая. Но я очень рада, что я могу сделать пасту с южного берега. Потому что она такая. Она такая вкусная. А она такая сливочная. Она, короче, такая. Ой, я же попросила только бумажки раскидать. А не мебель. Вообще, мне с сыном очень сложно. Это сейчас он поспокойнее стал. Я раньше вообще просто вешалась. Сейчас я здесь сюда приехала, здесь все равно как-то бабушка рядом. Я вот так вот на бабушкой отдыхать. То есть, а все эти 4 года я жила вдали от бабушки, то есть помощи почти никакой, и я была одна. Мужа тоже постоянно нет, а как бы это армия. Я просто вешалась, просто, девочки. Я иногда закрывалась в туалете, ну там, когда еще ему там до года, год. Я иногда закрывалась в туалете, рыдала и прям с мыслями, что я ненавижу детей. Ну, потом, конечно, выходила и обнимала, целовала, успокаивалась. Ну, просто это тяжело очень. С таким активным ребенком. Без помощи. Это чекануться. Сейчас на него, когда смотрит кто-то со стороны, они смотрят, как ты с ним. А что с ним не так? Нормальный ребенок. Сева, я прошу тебя не кричать. Он кошку эту бедную. То есть, знаете, некоторые смотрят с таким осуждением, типа ребенок такой балованный. Некоторые просто смотрят, угорают. Некоторые даже и говорят, что, типа, баловный, чё, типа, там, ну, знаете, наподобие вот бабки, которые начинают там осуждать, там, со своего взгляда. Да мне вообще плевать. У меня нормальный ребенок. Он нормально у меня воспитанный, он просто активный. Мне вообще плевать, кто что говорит. Просто они, знаете, как думают, я при мне, а я бы нет. Меня нормально так лупили в детстве. Поэтому я не буду. Нет, конечно, иногда прилетает от детей. Я не ангел. Я иногда таких моральных прописываю. Тут весь подъезд. Не то, что подъезд, весь вся округа, наверное, слышит. Вот, я очень злая бываю. Но бить. Я смотрю, сочувствую, у меня такой же. Кто-то меня понимает. Вот он сейчас за шею пихает кошку. За шерсть, за кожу пихает ее жестко в коробку. Ну, у кошки судьба такая. Девочки, это пористая соль. Это вкусно. Сева, в ту комнату укати коробку. Она прям соленая. Нотки почувствовала, аж чуть ли не как, вот знаете, батончики шоколадные были раньше, может они и сейчас есть. А это солинка в божечке. Я надеюсь, вы не оглохли. И история скоро тоже живу далеко от бабушек и муж военный. Особенно, даже вот маме отдаю его. Они там что-то договариваются, он ведет себя там так нормально. Когда прихожу я, естественно, мама пришла, можно подурачиться. А бабушка... Сыночка, да у меня девочки не слышат, ну ты что так кричишь-то, а? Садик есть, конечно, мы на больничном сейчас сидим. Да и вообще сейчас уже поздно. Уже 10 часов вечера. Короче, пористая соль мне очень понравилась. Давайте быстренько закругляться.
А то вот этот вот чудик, не, все, это все, это пока вот не выключишь, он не, не это. Мне было, знаете, когда классно и вот прям холосо, когда я вышла с декретом на работу. И когда ребенок пошел в садик, и когда у меня, он, допустим, заболел, у меня шел муж на больничный. Сейчас я отвечу. У меня, когда шел муж на больничный, я могла спокойно идти на работу. Обожала свою работу, просто безумно, это вот прям, это то место, куда я шла с удовольствием, шла просто, даже иногда домой не хотелось идти. Я иногда что-нибудь, не хочу домой, и там раз на обед, раз мужу смс-ку. Я не приду на обед, много на работу, много-много работы. Сама пойду в чипок, возьму себе шаурму вот такую на диван. С кофейком поваляюсь. Вот. Там я отдыхала. Кошку не жаль? Нет. Я такая, наверное, жестокая. Жестоко прозвучала. Да просто... Она привыкла. Так, это у нас серая соль. Где-то я такое уже пробовала, прям похоже на что-то. Не пойму. И на что-то вот из этого просто похоже сильно. На что не пойму. Так. Белая сливки. О, я хотела это пробовать. Сколько глины? Офигеть! Не сколько я их заказала, ужас. Так, какая это? Белые сливки, да? Это орская белая сливки. Залипла. Сильно. Так. У нас остался один последний пакетик. И я думаю, что там у нас слив. Чернослив, который я хотела попробовать. Оля, глины понравились. Понравились все причем. Но там есть пару очень твердых глин, и я им устрою баньку, и потом только решу, понравились они мне или нет. Но вкус прикольный. А, это UB2. А где чернослив? А ну ты мне не положила чернослив? Неужели я не взяла? Я же писала, по-моему, чернослив. Или я что-то... Что-то я... Ошиблась. Или ты мне говорила, чернослива нет. Или у меня глюк. А, ну вот, все. Это у меня глюк. Точно помню, что ты писала, что чернослива нет. А я, наверное... О, ты недавно... Или у тебя же, по-моему, я видела в эфире чернослив, ты грызла. И ну как, я хочу попробовать. Да, потом, помню, написала, что нет, и я такая, я пролетела. Ну ладно. Разочарование года. А, не, на самом деле нет. У меня крошки только остались. Кушай, кушай. Поделишься через экран. После вкусим. Так, Анют, спасибо большое тебе.
за суету, за упаковку, за супер упаковку, за возможность попробовать глины, потому что я, конечно же, бы из там с другой там страны, мне, конечно, доставка бы обошлась вообще дико дорого, и поэтому прям огромное спасибо. Это, знаешь, моя вселенная сработала, потому что я, о, хочу те глинки попробовать. Тут раз появляется возможность их попробовать. Это же классно, когда твои мечты исполняются. Она по структуре отличается, мне так казалось, так вкус приближается к гульботе и радужной. Ну, значит, я почти ничего не потеряла. Гульбота мне очень понравилась. Очень. Она вот прям... Знаете, выделю вот из всех, которые сегодня, прям мне, так сказать, врезалась. Это бордо. Это голд. Это гульбото. Гульбото, или как там ее, гульбото. И радужная. Это вот, которая сегодня мне прям так вот прям... Голд, ага. Прям выделились сегодня вот из всех. Не знаю, может в дальнейшем, конечно, выделится. А, ну еще соленая это, пористо. Угу. Это из соленых. Ну, конечно, бордо было для меня вообще неожиданно, что он такой вкусный. Она. И радужная, насколько красивая, я, конечно, не ожидала. Так что всем спасибо. Я пошла чистить зубы. Потому что у меня там все подзалипло. Спасибо, это вот сколько мы, 1.5 часа уже, да, болтаем, разгребаем. Ну, хоть разгребли. Ждите видео. Смотрите, расклад такой. В понедельник мы идем. Пока-пока, Анечка, спасибо. Мы идем в понедельник на прием. Скорее всего, уже берем справку, и во вторник валим в садик. То есть со вторника у меня будет возможность снять хорошее качественное видео. И я постараюсь сделать его красивым. Вы мне верите? Я сама себе не верю. Все, пока-пока. Да, хочу завершить.